Стой! Сейчас я щелкну пальцами, и ты окажешься в начале 20 века. Это Авангард, столица русского авангардизма. На улицах Авангарда кипит светская жизнь, звучат стихи поэтов, проходят выставки модных художников, а в трактире за бокалом игристого обсуждают современное искусство. 21 февраля мы окунемся в быт местных жителей. Ты волен делать все, что захочется. Отправляйся в мастерскую художницы, нарисуй свой собственный шедевр. Загляни к медиуму, посети сваху или танцуй до упаду. А после богемной тусовки едем продолжать вечер в ресторацию. Интересно? Тогда ждем тебя в старинном особняке госпожи Мараевой 21 февраля в 17:00 вечера.